Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Джолдош Исаков. В Кыргызстан из России доставили тест-системы для диагностики коронавируса. Как отмечается, их поставка была осуществлена на безвозмездной основе Роспотребнадзором. Всего поступивших тест-систем хватит для проведения 500 лабораторных исследований. Их прежде всего применят на прибывших из Китая гражданах, а также на тех, у кого есть соответствующие показания. В ходе анализа исследуют образцы мокроты из носа и глотки пациента. Анализ занимает около 3-4 часов и делается путем полимеризованной цепной реакции. Сам метод применяется в Кыргызстане давно, однако для проведения анализа на новый коронавирус требовались специальные реагенты, которых у наших вирусологов не было. Ранее отметим, Национальный комитет Института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний заявил, что их ученые разработали экспресс-тест, который может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Жогор Кукинеш сегодня утвердил некоторые кадровые изменения в правительстве. Депутаты одобрили кандидатуру Замира Аскарова на должность министра чрезвычайных ситуаций и Эркина Сарандиева на пост вице-премьер-министра. Процедура в палате, как и вчера в комитете, прошла для премьера не совсем гладко. Ряд парламентариев обрушился с критикой как в целом на весь состав Кабмина, так и на отдельных членов правительства. За два года в вашем правительстве сменилось 15 министров и один вице-премьер-министр. То есть, можно сказать, сменился практически весь состав. Я хочу отметить моральную сторону этого вопроса. Складывается ощущение, что люди меняются по принципу «я начальник, ты дурак». От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Когда пришло ваше правительство, я тогда шутя сказал, что молодые ушли и пришли старики. В Кабмине почти всех министров поменяли, но результатов так и нет. Вот, к примеру, Джангиш Разаков. Вопрос с переводами от наших мигрантов так и не решился. Как не решены и многие другие проблемы. Сомнительно, чтобы Джангиш Разаков добился реальных успехов в решении приграничных вопросов. Он этим занимается уже два года, и мы ни на сантиметр не продвинулись. Вы знаете, в обществе, не хотели бы вы это скрыть или нет, есть абсолютная усталость от того, что не решаются проблемы, они накапливаются, не решаются. От того, что нет каких-то решительных действий со стороны правительства. Считаете ли вы, что у вас достаточно решимости, энергии в правительстве, четкого видения по изменению ситуации за несколько месяцев? Или это предвыборное правительство, и ваша задача просто провести выборы и так далее? У нас нет настроя предвыборного правительства. Мы намерены работать настолько, насколько позволяет Жогор Кенеш. И вышеназванные проблемы, они же не возникали вот в течение двух лет, которой работает наше правительство. Милиция задержала подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки в Ноукене. Об этом пишет издание «Турмуш» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Сегодня, как и сообщается, в отношении задержанного суд определит меру пресечения. По опубликованным данным, известно, что в ходе обыска в доме подозреваемого оперативники обнаружили нижнее детское белье, принадлежащее девочкам. Напомним, на прошлой неделе во вторник местная жительница заявила в милицию об изнасиловании ее 10-летней девочки неизвестным мужчиной лет 20-25. Она сообщила, что он совершил преступление, когда ее дочь возвращалась домой со школы. Отец избитого до смерти 2-летнего мальчика в Сузаке просит правоохранителей не расследовать дело. Об этом сообщают в районной милиции. Мужчина не верит, что сноха избила его сына и не поддерживает выдвинутые против нее обвинения. Но в милиции говорят, несмотря на эти обстоятельства, если он напишет встречное заявление, досудебное производство по факту смерти все равно будет не будет прекращено. Сейчас еще проводится судебно-медицинская экспертиза, и по ее итогам ВУВД обещают принять соответствующие меры. Напомним, малыша без признаков жизни доставили в больницу на прошлой неделе. На теле ребенка были многочисленные гематомы. В избиении ребенка подозревают его тетю. Он жил в ее семье. Папа мальчика был на заработках в России, а мама умерла год назад. Завершено досудебное производство в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Дело, как сообщает в Генеральной прокуратуре, в ближайшее время будет передано в суд
для рассмотрения по существу. Курсана Асанова, напомним, подозревают в уничтожении улик и следов преступления в сговоре со своим сыном Мухаммед Али Асановым и помощником Демирбеком Пайзалда Улу во время куйташских событий. Вскоре после них чиновник был задержан и отпущен под домашний арест, а его сына и помощника объявили в розыск. Также Асанову вменяют статью «Распространение заведомо ложных сведений». Вместе с ним в этом деле фигурантом проходит и журналист Турсунбек Бишенбеков. Следствие считает, что последний опубликовал недостоверные сведения о вице-премьере Денише Разакове, которые были получены от Курсана Асанова. Российский сайт, который предлагает купить кыргызские паспорта, до сих пор работает. Портал все еще не заблокирован. Сайт предлагает поддельные ID-карты за 15 тысяч рублей, а за дополнительную плату в 3 тысячи готов сгенерировать контрольные числа для машиночитаемой зоны, чтобы при проверке через валидацию не было ошибок. Ранее отметим, после публикации об этом сайте в ряде отечественных СМИ, в МВД сообщили, что в интернет-пространстве России таких порталов множество, на которых предлагается купить поддельные документы европейских стран, в том числе и кыргызские паспорта. Правоохранительными органами России такие сайты регулярно выявляются и блокируются. Однако, несмотря на это, злоумышленники, сменив доменные адреса, находят другие пути обхода блокировки. Отметим, на днях Вашингтон включил нашу страну в список государств, чьим гражданам запрещено переезжать в США на постоянное место жительства. Власти Соединенных Штатов заявили, что их не устраивает степень защищенности кыргызских паспортов. В странах ЕАЭС со вчерашнего дня начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу. Теперь, если физическое лицо провозит через таможенную границу ЕАЭС деньги больше, чем на 100 тысяч долларов за один раз, то вместе с декларацией ему придется подтверждать происхождение этих средств. Ранее, отметим, необходимо было обязательно декларировать деньги или дорожные чеки, которые вводятся или выводятся с территории Союза в общей сумме больше, чем 10 тысяч долларов. Но пояснять, откуда они взялись, не требовалось. Как отмечают в Гостаможенной службе Кыргызстана, это правило в нашей стране сохраняется. Если сумма больше 10 тысяч долларов, их все равно придется декларировать. И также без надобности подтверждать их происхождение. На этом все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусках. Увидимся. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Элит Хаус». Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Санта». We'll be right back.